Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, телезрители телеканала МТМ! Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – реформа местного самоуправления, децентрализация власти. Осветить эту тему мы попросим наших гостей – директора Офиса реформ в Запорожской области Александра Ивановича Свистуна, а также председателя комиссии по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов Запорожского горсовета Виктора Ивановича Великого. Обласною радою Запорізької області було схвалено проект перспективного плану спроможних територіальних громад 7 липня поточного року. І за результатами цього рішення на мапі нашої області утворюється замість 299 територіальних громад різних рівнів 69 сільських, селищних та міських громад. Декілька слів стосовно проєкту перспективного плану. Він має певні характеристики. Головними, значить, особливостями цього документу є те, що були враховані всі зауваження та побажання сільських та селищних голів не приєднувати до їх території до міст обласного підпорядкування. Крім того, межі районів залишаються без змін, жодна сільська чи селищна рада не була приєднана до території суміжного району. І, що найголовніше, ми, Офіс реформ, отримав близько 110 пропозицій та зауважень з територій. Всі вони були опрацьовані, враховані в повному обсязі, і ті, які відповідали вимогам чинного законодавства, а також методики формування спроможних територіальних громад, були надіслані на розгляд робочої групи при обласній державній адміністрації, яка вже і приймала остаточне рішення стосовно прийняття тієї чи іншої пропозиції чи її відхилення. Тож, перспективний план прийнято, і зараз почався етап добровільного об'єднання. У нас тут також є певні успіхи. Зараз триває робота з громадами Запорізької області по всебічному сприянню їх процедури об'єднання. Значить, планується на сесію 27 серпня, на чергову сесію обласної ради, об'єднати 7 територіальних громад. Це попередня цифра, можливо, їх буде більше. Але вже зараз ми бачимо певні тенденції, і 7 громад, знову ж таки, різних рівнів, це і міські, і селищні, і сільські, будуть об'єднані в територіальні громади. Це говорить про те, що ці 7 територіальних громад отримають всі ці повноваження, які передбачає реформа, а також отримують фінансові ресурси, передбачені реформуванням місцевого самоврядування та децентралізації. Звичайно, певну частку відповідальності, яка наразі належить до компетенції області району, в перспективі ця відповідальність ляже на плечі саме органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади. Офісом реформ було запроваджено пілотний проєкт, ми щойно його закінчили. До цього пілотного проєкту увійшло 6 територіальних громад з різних районів Запорізької області. Ми виїжджали, проводили консультації, проводили обговорення, надавали, значить, всебічну підтримку, в першу чергу інформаційно-просвітницьку цим громадам, як їм об'єднуватися. Розповідали про положення закону України про добровільне об'єднання територіальних громад саме в частині формування таких громад і процедури об'єднання. В отношении города Запорожья тот проект децентрализации местного самоуправления, который отражен в поправках Конституции, которые внесены сегодня, обсуждены, приняты в первом чтении и процедурно находятся на рассмотрении Конституционного суда. Хорошо или это плохо, но они имеют минимальные отношения. Почему? На уровне города Запорожья как были, так и остаются органы местного самоуправления, которые представлены городским советом как законодательным органом. Был и остается орган исполнительной власти, которым является исполнительный комитет Запорожского городского совета,
То есть в этом плане ничего не меняется. Города ни в коей мере не касаются те изменения, которые вносятся по главам администрации и, соответственно, префектам, потому что у нас нет главы городской администрации и не будет, соответственно, префекта. То есть рамочно система управления в городе, какая была, такая она и остается. Но города касаются и уже коснулись те законы, те изменения в законы, которые имеют прямое действие, которые были приняты в связи с введением изменений в налоговые и бюджетные кодексы. В отношении города Запорожья нужно говорить не об административной реформе в системе самоуправления, а нужно говорить о так называемой финансовой децентрализации, о том, как она проистекает, какие изменения произошли, хорошо ли это, либо плохо для городской громады. Были внесены довольно существенные изменения в процедуру формирования городского бюджета по статьям его наполнения, по перераспределениям. Если говорить коротко, то, наверное, нужно отметить первое. Раньше 100% подоходного налога, так называемого, или налога на доходы физических лиц НДФЛ, оставалось в распоряжении города и области. Теперь ситуация изменена. Часть НДФЛ уходит в госбюджет. То есть, по сути, увеличилось существенно изъятие из городского бюджета за счет перечисления части НДФЛ в Киев. При этом с целью компенсации потерь городского бюджета от изъятия НДФЛ введена система, по которой большая часть, подчеркиваю, не все, а большая часть затрат на две базовые отрасли, это здравоохранение и народное образование, компенсируется целевой субвенцией, которая приходит из госбюджета. По логике, эта субвенция должна закрывать потребности здраво народного образования. На самом деле это не так. Мы как добавляли на здравоохранение, на народное образование определенные суммы из так называемого второго кошелька, так мы их и добавляем. В этом году суммы, которых не хватает и которые мы добавляем за счет второго кошелька совокупного городского бюджета, это примерно 20% от потребностей здраво и народного образования, соответственно. Суммы это очень большие, которые переваливают за 150, приближаются к 200 миллионам гривен примерно. Второй нюанс. Введен целый ряд налогов и сборов, которые являются местными и которые вменены, их администрирование вменены в функции городской власти. Это новый дополнительный акциз, то есть дополнительное увеличение акциза, которое идет чисто в городской бюджет. Это очень серьезная величина. Это сумма для города порядка 150 миллионов гривен, которую платят все, кто покупает сегодня в городе бензин, алкогольные напитки, табачные изделия. Но надо понимать, это налог, опять-таки, прямого действия на потребителя, и, по сути, это дополнительная налоговая нагрузка на простых жителей города. Если можно спорить по алкоголю, по табаку, то бензин, извините, тот продукт, которым либо непосредственно, либо в опосредованной форме пользуются абсолютно все жители города. Дальше. Были введены такие местные дополнительные налоги, как налоги на недвижимость, которого не было раньше, и дополнительно городу даны полномочия по регулированию налогов на землю, стоимости арендной платы за землю и так далее, и так далее. Вот если мы говорим о существенном увеличении городских доходов от налога акцизного, который был введен дополнительный, то, говоря о недвижимости, надо отметить интересный момент. В принципе, были определенные рекомендации по налогу на недвижимость, которые были доведены местным органам самоуправления, но оставлены полномочия города принимать определенный порог налогообложения. Первоначально планировалось, что все жилье, которое имеет площадь более 60 квадратных метров, а сюда попадают обычные, абсолютно подчеркиваю, трехкомнатные квартиры, должно облагаться дополнительным налогом. У нас были непростые дискуссии, непростые расчеты, в результате которых мы посчитали, что проще для жителей города поднять порог необлагаемого минимума,
То есть мы подняли по площади квартир до 120 квадратов, по домам жилым, там, по-моему, до 200. Короче, идея была такова – вывести обычные трехкомнатные квартиры и обычные дома, в которых живут жители, например, Зеленого Яра и других частных секторов города Запорожья. Вывести из-под налогообложения, сделав это. Мы освободили от дополнительной нагрузки, в том числе по оформлению деклараций, по оформлению массы документов, примерно 100 тысяч семей запорожцев. Когда мне говорят, что вы таким образом потеряли определенную часть бюджета, вы не наполнили бюджет. Я называл цифры. По акцизу сумма примерно 150 миллионов. Те потери, которые город понес от льгот, которые мы ввели, составляют порядка 12-14 миллионов гривен. То есть цифры отличаются на порядок. Совокупно вот те факторы, которые я назвал, и плюс те моменты, которые, к сожалению, связаны с инфляцией, привели на сегодня совокупно к увеличению городского бюджета примерно на 32-34% от аналогичного периода прошлого года. Хорошо это или плохо? Если брать, сопоставлять с уровнями инфляции, которые имели в прошлом году, это 24,9%. Если брать ту инфляцию, которая по итогам мая, пока есть последняя цифра, составила 41,7%, это инфляция этого года, то, очевидно, покупательная способность тех денег, которые в городской бюджет приходят, к сожалению, сократилась. Мы на сегодня четко по графику выплачиваем заработные платы всем бюджетникам. Мы ведем работы по бюджету развития. При этом надо отметить, в отличие от прошлого года, четко работает казначейство, работа выполняется. Но общий реальный объем денег в городском бюджете с учетом фактора инфляции, он не увеличился, он стал меньше. Это надо четко понимать. Дальше, когда говорят о децентрализации бюджета. Да, мы подняли доходы, появились новые налоги, которые администрируются на месте. Это по логике, это дополнительные источники поступления. Но есть вторая сторона вопроса, и она гораздо более важна. Есть некий процент, который принят в европейских развитых странах для доли сборов налогов, которые остаются в распоряжении местных громад на местах. В странах Евросоюза этот показатель колеблется от 60 до 70% от собранного на территории. Причем, чем выше уровень развития страны, тем, как правило, этот процент выше. Почему? Потому что в относительно слаборазвитых странах, таких как, например, Португалия, Греция, в какой-то степени Испания, есть четкая дифференциация регионов. Есть, скажем, там бедный юг, какие-то области отсталые, и есть более-менее развитые области, которые больше зарабатывают. Так вот, изъятия, те, которые проводятся, они в значительной степени направляются на субвенции выравнивания. То есть, чем больше разброс по экономическим показателям, по уровню жизни в стране, тем больше приходится изымать у регионов для выравнивания ситуации. Вот базовые цифры вы запомнили, 60-70%. Если брать наш бюджет, по прошлому году бюджет города составлял в круговую 3,2 миллиарда гривен. При этом было собрано налогов и сборов на территории города Запорожья около 8 миллиардов гривен. В этом году мы будем иметь расчетный бюджет, надеюсь, он будет выполнен, придут вовремя субвенции, все, что прописано в документах, которые мы принимали. Мы рассчитываем иметь реальный бюджет по факту в районе 4,5 миллиарда гривен, но совокупный объем налогов и сборов, которые будут собраны в городе Запорожье за этот год, составит не менее 10 миллиардов гривен. Если мы посмотрим на долю бюджета в совокупно собранных налогах и сборах, то мы видим интересный момент, он практически не меняется. Уже, ну, по моим наблюдениям, последние 10 лет, минимум последние 10 лет, при всех заявлениях центральной власти о том, что повысим долю местных бюджетов, сократим долю государственного бюджета, выровняем, наведем порядок, заявлений была масса, да? Но вот этот уровень железно колеблется в пределах 42-45% за последние 10 лет. И по предварительным расчетам мы в этом году за 45%
не выйдем. То есть уровень централизации, даже с учетом тех реформ, которые уже приняты, которые проведены, он остается очень высоким. И когда мы говорим о бюджетной децентрализации, то я лично ожидаю тех документов, тех решений, которые были, позволили регионам жить в какой-то степени пропорционально своему вкладу в общую экономику страны. Запорожье вносит громадный вклад. Мы третье место по объемам промышленной продукции занимаем. По региональному ВВП на душу населения одно из первых, на уровне первого-второго. Поэтому с учетом еще и дополнительных нагрузок в результате экологии и всего остального, ну, запорожцы заслуживают того, чтобы жить лучше, чем они живут сегодня. Пока не будет на самом деле глубокой бюджетной децентрализации, в том числе в плане повышения доли местных бюджетов в консолидированном бюджете и доли местных бюджетов в сумме налогов и сборов, собираемых на территории, вот, к сожалению, мы этой цели с вами не достигнем. Поэтому то, что сделано, я рассматриваю только как первый шаг. Первый шаг и пока недостаточный. Надо двигаться дальше. Как работает офис реформ, понятно, но суть заключается только в том, чтобы объединить отдельные там сельские рады в иные громады. То есть в чем заключается суть административной реформы? И какие документы, ну, законодательные акты уже приняты, на основании которых можно действовать? В першу чергу ми говоримо про закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Саме цей закон регулює всі ті питання, які передбачені в плані об'єднання тергромад і формування спроможних громад. По-друге, є методика, затверджена Кабінетом міністрів України про формування спроможних територіальних громад, де чітко прописані, закріплені норми, стосовно яким чином має бути сформована громада і які чинники мають бути враховані в цьому процесі. Що є на меті цієї реформи? Ну, питання є досить простим, оскільки дійсно найголовніша мета – це створення спроможних територіальних громад. Таких громад, які за рахунок власних ресурсів будуть здатні вирішувати питання місцевого значення. В цьому і є найголовніша мета цієї реформи. Ну і по-друге, держава має на меті наблизити соціальні, адміністративні послуги в сфері житлово-комунального господарства, максимально їх наблизити до суб'єктів отримання таких послуг, тобто жителів громад. В даному випадку ми говоримо про один із основних принципів реформи децентралізації, а саме про принцип субсидіарності, коли найбільше кількість повноважень надається саме тим органам місцевого самоврядування, які є найближчими до жителів громад, що дає можливість, по-перше, надавати ці послуги найбільш ефективний та найменш ресурсовитратний спосіб, а по-друге, це дає можливість вирішувати питання місцевого значення в найстисліші терміни. Александр Иванович, а в среднем получается, что количество громад сокращается примерно втрое. Да. А максимум сколько громад примерно объединяется в одну? И скажите еще, а какие конкретно новые полномочия у них появятся в связи с нововведениями? То, что стосується форматів, конфігурації громад. Найбільша громада в нас в результаті формування перспективного плану створюється в Приморському районі. Там одна громада на весь район. Ось такий у нас є приклад. У нас, окрім Приморської, є ще Великобілозерська громада, вона також об'єднується в рамках району. А повноваження будуть саме такими, які наразі мають міста обласного підпорядкування. Тобто зараз вже не буде різниці між, чи то є селищна, чи сільська громада, чи це є Запорізька, Велика Запорізька міська громада. Тобто всі в правах та обов'язках є рівними, і в цьому також є велика заслуга цієї реформи. Якщо говорити більш конкретно, то до власних повноважень об'єднаної громади належать в першу чергу питання економічного розвитку, планування розвитку території, питання залучення інвестицій. Дуже важливе повноваження – це можливість самостійно формувати місцевий бюджет.
розвиток підприємництва на території, вирішення питання в сфері житлово-комунального господарства, тепло-водо-газопостачання, водовідведення, значить, питання, які стосуються надання дозволів на будівництво, надання дозволів на введення в експлуатацію будівель та приміщень. Значить, дуже важливе повноваження стосовно управління земельними ресурсами. Реформа дає можливість майбутнім об'єднаним громадам право та повноваження використовувати землі об'єднаної громади не лише в межах населеного пункту, а й за його межами. Забезпечення громадської безпеки через муніципальну варту, яка також буде утворена в об'єднаних тергромадах. Тобто дуже широкий спектр повноважень, які зараз отримує об'єднана громада. І дійсно це надасть їм можливість бути спроможними, а найголовніше надавати якісні послуги, доступні та якісні послуги жителям громад. У мене питання до Олександра Івановича. Ну, по-перше, от сесія, на якій був схвалений стратегічний план, вона була дуже складна. І от з чим пов'язана така складність, з чим пов'язані ці 5 спроб проголосувати? Це по-перше. І по-друге, як ситуація з Запорізьким районом? Ну, знову ж таки, на сесії озвучувалось там конфліктне питання, 2-3 громади. От як розвивається цей там конфлікт, скандал, так? І все-таки, чи будуть внесені зміни в цей план, чи залишається те рішення, ну, яке попередньо прийнято? Дякую. Влучно зауважили, що питання і рішення приймалось надзвичайно складно. І те, що схвалили проект перспективного плану, є велика заслуга і керівництва, як обласної ради, так і обласної адміністрації, які відстоювали цей документ. Чому так складно відбувався процес? Ну, ви знаєте, це вже було друге голосування, це другий варіант перспективного плану. Перший взагалі не був розглянутий на позачерговій сесії, яка відбулася 28 травня. Нам депутати в один голос говорили, і не тільки депутати, а й представники громад, значить, говорили про те, що ми не врахували пропозиції та зауваження з місць. І в даному випадку було прийнято вольове рішення відійти від методики, а значить, перейти безпосередньо до тих пропозицій з місць і максимально враховувати в залежності від того, чи відповідають вони чинному законодавству. Тому в результаті ми отримали 69 громад. Більшість депутатів відреагувала на це наше рішення і позитивно, і проголосували, підтримали цей документ. Виктор Иванович так четко, подробно все разложил по полочкам, что стало все понятно, как у нас финансирование происходит в городе. И вы сказали о подводных камнях вот этой реформы. А скажите, пожалуйста, те замечания, предложения, которые вот сейчас вы высказали, вы куда-то доносили, допустим, тем же народным депутатам, чтобы они их учли и воплотили в какие-то законодательные акты? В течение этого года, только этого года, первого полугодия, дважды официальная сессия городского совета принимала обращение к Верховной Раде, к Кабинету министров, к Министерству финансов по вопросам, которые я вот затрагивал во время своего выступления. Но это не все. Кроме того, при внесении изменений в бюджетный кодекс наша комиссия вместе с Департаментом финансов готовила свои замечания, которые, ну, если были учтены в реальных решениях, то может быть процентов на 15-20. Большая часть, к сожалению, не были отражены в окончательно принятых документах. Таким образом, в течение полугодия, в принципе, три раза в Киев направлялось мнение депутатов городского совета вот по указанным вопросам. Но мы не ставим точку. Процесс идет, то, что законы будут дорабатываться, это вне всякого сомнения. Я думаю, что в конечном итоге мы придем к тому, к чему должны прийти. Когда уровень реальной финансовой самостоятельности общин будет гораздо выше. И хотел бы одно замечание на тему вот объединения громад, разъединения громад. Значит, экономика, она на самом деле точная наука, такая же, как физика. И в ней действуют те же самые принципы. Поэтому принципиально важным является не количество громад, да, а тот ресурс, которым население на данной территории располагает.
На самом деле, если мы будем проводить любые реформы, но ресурс, которым располагает в данном случае Запорожская область, будет не расти, а будет уменьшаться, то результат будет крайне плачевным. Поэтому мое мнение, впереди любых реформ, абсолютно любых, надо ставить первое – это экономику, ее развитие. Вот будет расти ВВП, однозначно ситуация будет улучшаться. Пока он, извините, падает, и темп падения в этом году, по самым оптимистичным прогнозам, это порядка 9%. Вот тут надо принимать меры, реформировать законы, которыми экономика управляется, и меры принимать срочные. Сейчас на слуху цифры о том, сколько в ЖКХ города влилось денег, и это как плюс как бы децентрализации власти, вот этого финансирования повышенного. Пролейте свет. Вот это деньги действительно они поступили в город, или как бы вы больше смогли использовать, что говорят, что сейчас большие суммы на ремонт дорог, в том числе внутриквартальных. Значит, на самом деле мы в этом году смогли увеличить существенно финансирование жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог тоже. По ремонту дорог у меня буквально 2 недели назад было специальное заседание комиссии, на котором мы слушали полный отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунального предприятия «ЛУАД». Вот конкретно по ремонту дорог ситуация такова. Мы имели... К тому моменту выделенный ресурс по ремонту дорог города 55 миллионов гривен. Так? Но когда предварительный анализ был сделан 1 июля, оказалось, мы имеем два фактора. Первый фактор – это невыполнение плана, уже отставание по общим объемам, которое составляло более 20%. То есть планы выполнены были примерно процентов на 80 к тому времени, к 1 июля. И второе – это колоссальная диспропорция в ремонте дорог между районами города. У нас получилась разница, когда, например, два района соседних – это Ленинский район и Хортицкий район. Вот по Ленинскому объем выполненных по факту ремонтов дорог превышал аналогичный объем по Хортицкому району, который примерно такое же население имеет, площадь и так далее, ровно в 10 раз. Это ситуация, которая была на 1 июля. У нас был принципиальный разговор с руководителями ЛУАДа, с руководителями Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Не полностью, но уже к 17 июля ситуация была немножко выровнена. И нам дали обязательство, это протокольно зафиксировано, к 1 сентября, во-первых, полностью войти в годовой график по ремонту дорог. И, во-вторых, устранить все диспропорции между районами. То есть выйти на те плановые показатели, которые были согласованы с депутатом, списки улиц были согласованы, конкретные адреса, где проводить работы. Это касается и дорог общего пользования, и внутриквартальных. Вот 1 сентября, извините, через месяц мы будем собираться проверять, как выполняют коммунальные предприятия департамента свои обязательства. Однозначно могу сказать, в этом году объем в натуральном выражении ремонта дорог будет сделан больше, чем был в прошлом году. И надеюсь на много. Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за четкие, подробные, исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания.